Переехали в другое место? Да нет, получали пиздячек. А, хуярили безвылазно, да? Да. Не было возможности вылезти, да? Ну, а этот парнишка еще его в лес откатили. А, он от тебя просто отъехал, да? И ты так, да, пока пиздюлины летали, не ходил туда, да? Ну-ка, да, тут слух, пока тебя 2 дня не было, слух ебаши, что один обгорел там у нас. Да-да-да. Есть такой, да? Ага. Где обгорел? Под танком. Под танком сидел, так же уебал, а танк загорелся, да? Ну, в БК въебало, там, возможно, эта башня отлетела. А, танку пизда, башня отлетела. Ну, он один, да, тебя, кто еще под танком сидел нормально? А, весь экипаж? Ну. Ну, наш только один там, да? Все трое. Ну, а те что, двое, которые? Легкие, 300, один в руку, один в лоб. Ну, увезли башни. Или там они? Увезли. Мы здесь 6 человек остались, 4. А этих стулов-то, мне кажется, танки-то есть, нету тех? Да нету, там все танки проебали. Хотел спросить, помыться? Какой в пизду помыться, позвонить не можешь, да? Ходят что-то такие слухи, что, ну, где-то что-то менять должно будет.